В районе Комсомольского газового промысла произошло массовое ДТП. Все началось с того, что водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Следом за автомобилем ГАЗ двигался автомобиль Hyundai, водитель которого не учел скорость движения, дорожные метеорологические условия, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия в приемное отделение Губкинской городской больницы был доставлен водитель транспортного средства ГАЗ с различными травмами. Госавтоинспекцией Губкинского выясняются обстоятельства происшествия. Инспекторы призывают водителей в сложных метеоусловиях выбирать безопасный скоростной режим, учитывать дорожные условия и избегать резких маневров.